А вот эти деревья, кто знает, как называются. Их очень много. Видите, с голыми стволами. Вот ближе сейчас покажу. Вот. Ох, она старая. Она бы повернулась. Напишите в комментариях, кто знает, как называются эти деревья. А вот листья этих деревьев. Их часто продают бабушки на рынке здесь пучками. И вчера, нет, позавчера, когда мы были на рынке, я вам показывала. Вот еще одно здание. Рабочее. Интересно, что это за здание? Кактусы. А вот смотрите, какой вид дальше. Поворот такой налево. Дорога уходит. Горы, горы видно. И шум моря слышно. Но мы сейчас направляемся до крепости Абата. Нам надо дойти будет еще. Ну, еще далековато. Медленно идем просто так. Еще ни разу не присели. Еще не устали. А обратно будем, наверное, возвращаться вдоль побережья, по набережной. Цены по сравнению с 20-м, 21-м и даже с 22-м годом, каждый год я сюда стала ездить с 20-го года и долго живу, изучаю Абхазию. На жилье поднялись. На транспорт поднялись. А продукты как повезет. Ну вот разговаривали мы с хозяйкой. Она говорит, что они в Адлер Магнит едут, купаются. И нормально. Здесь недалеко до границы. Аллейка эвкалиптов очень много. Этих деревьев. Помните, я вам в одном из видео говорила, что мы планируем в Кындык, если получится, на термальные источники. Там все побережье. Там эвкалиптовая роща. В Пицунде сосновая роща. Сосны очень много. Можно себе выбрать отдых и вот так гулять в Пицунде среди сосны. А в Кындыке вот так вот по побережью среди рощи эвкалиптов. Ну а вот в Гагре всего хватает. Уже взрослые растения. И слышно шум моря. Посмотрите, какая остановка. Таких остановок в Абхазии 9. Но в основном они в Пицунде. Я знаю, что есть такая остановка в Новом Афоне. Там такая ракушка красивая. Вот здесь. Вот это золотая. Это кто, кит или что? Хвост вижу. А, это не вижу. Кафешечка на берегу. Собак очень много. Памятник воинам. И вот через дорогу у нас очень интересное здание. Это станция Гагра. Ну, мы уже по старой Гагре идем. Вот она. Мы сейчас ближе подойдем. Полазим там. Увидела еще одно растение. Сейчас хочу подойти. Памятник павшим с
41-45. Знаете, цветет. Красивый какой. Вот тут красивый вход. Спуск и подъем к морю. Вот еще несколько лет мы вот проходили здесь. Здесь работы не велись. Видите? Без окон, без дверей, все сломано. А сейчас уже ведутся какие-то работы. Почистили, убирают все. Ух ты! Под ноги не смотрю. Уже несколько раз так у меня получилось. Чуть не упала. Вот видите указатель, подъем на гору. Показывает сюда, на гору Мамзышка. Я в одном из видео вам рассказывала про эту гору. Подъем. Вот так вот вверх, 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 вверх. Идет лабиринтом, лабиринтом туда. Вот высоко, 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 высоко. Смотрите, какое красивое здание, какой парк. Это вот мы гуляем от ремонтирования. Интересно даже, что это. Сейчас дальше пройдем, я прочитаю. Это комплекс. Вот с такой огромной территорией. Вот этот заборчик, вот видите, с этой стороны. И вот с этой стороны. Это вот все. Вся территория. Какие красивые южные пирамидные туйки. С этой стороны их нет. В прошлых видео я вам показывала вот этот санаторий в заброшенном состоянии. Года 3 назад, наверное. Называется он Грузия. В СССР это был очень знаменитый санаторий в Гаграх. Но вот сейчас написано «Жемчужина Абхазии». Года 2 назад мы поднимались. Вот тут дорога вот направо. Видите, дорога. И можно подняться на машине. Нас не пустили. Уже территория была огорожена. И велись ремонтные работы. Сейчас санатория «Жемчужина». Ну, значит, разговоры не просто были пустые, а действительно кто-то выкупил, приватизировал. Но вообще я не понимаю, как можно такие здания, вот эти советские, купить. Вот. Вспоминается сразу Советский Союз. Это же вот все эпоха Советского Союза. Сейчас вот владелец какой-то есть. Ремонтирует отель. Будет крутой, наверное. Но вид у него потрясающий. Вид у него вот так вот через дорогу и туда к морю. Ну, посмотрите мои видео. Сейчас уже вовсю идет ремонт. Да, после ремонта интересно посмотреть, что будет. Но я вам скину ссылку под этим видео. Посмотрите, какая разруха была. Ну и сейчас еще, конечно, не отремонтировали до конца. Потому что вложить сюда надо ой, сколько денег. Ну вот вывеска уже есть, значит уже работы ведутся. Вот по этой дороге мы поднимались и направо туда на машине подъезжали. А вот показываю вам, смотрите, заснеженные горы. Красиво как. Гагрыпш. Речка, указатель. А вот эта речка. Откуда она там берет свое начало? Горная речка, да. Ты посмотри, уже видно море, но уже вот пены белые-белые. Еще посмотри, как видно, да? Пошли.
Не, у меня муж постоянно тормозит. Пошли, где-то начинаю снимать. Пошли, пошли, пошли. Что ты все подряд снимаешь, он мне говорит. Ну, а мне интересно, мне нравится и хочется вам показать. А вот столовая. А вот кактус. Посмотрите налево, уважаемые мои зрители. Посмотрите направо. Ардзинба. Еще такие, смотрите, строения какие красивые. Тоже советская эпоха. Но мы спускаемся с горы. Прям чувствуется. Санаторий, о котором я вам говорила в прошлом видео. Санаторий знаменитый в Советском Союзе. Грузия. Сейчас его называют «Жемчужина», он вдалеке. А мы потихонечку спускаемся. Прям чувствуется, что идет спуск. Вот видите, как едут машины. Ниже спускаемся. Ой. Дальше все и дальше. И вот где-то с правой стороны у нас будет замок князя Ольденбургского. Посмотрите, что мы нашли. Государственная дача. Где государственная дача? Пещера Северо-Восточной Батя. Вот мы сейчас идем сюда, на Бата. И церковь Ипатия. Старый ресторан Гагры. Вот мы идем туда. И будем смотреть парк принца Ольденбургского. А мы идем вот с этой стороны. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Это должно быть бюро путешествий, Сереж. А мы прошли с тобой администрацию. Наверное, это было здание администрации. Старая Гагра. Пасека, ущелье Жеквара. Ущелье. Ну, мы туда подниматься не будем, но я вам покажу центральный, он старый, престарый, разрушенный центральный, как он называется, центр, где раньше продавали, стояли бутики, и наверху, на крыше 90-х дискотеки были. А вот сам дворец Ольденбургской, принца Ольденбургского. Сейчас он будет у нас по ходу с правой стороны. Ладно, пошли. Идем.